Нянечка, которая заразилась туберкулезом, причем у нее была открытая форма, целый месяц ухаживала за детьми в детском саду Железногорска. Женщина кашляла, но все равно ходила на работу, накрывала столы детям и помогала одевать их на прогулку. Нянечка продолжила бы и дальше так работать, если бы не подошло время делать плановую флюорографию. В итоге у нее и выявили открытую форму туберкулеза и немедленно госпитализировали. А в самом детсаду провели дезинфекцию. Специалисты Педнадзора в Железногорске заявили, что сейчас обследуют всех детей и сотрудников садика.